А сейчас будет для тебя сюрприз небольшой. Угадай, угадай, что? Угадай. Не, ну угадай, что? Таблеточка. Угадай. Дотка. Доктор? Да. Настоящий? Да. Да? Да. Значит так. Закрой глаза и считай. До пяти. Один, два, три. Не, не филон. Один. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Давай. На руке. Правой. Да. Три. Доктор. Да? Давай, разворачивай. Мальчишки и девчонки, мы открываем вот такую куклу. Это доктор Плюшева. Я пела. Да. А она еще играет. Она играет. Тихо-тихо, аккуратненько. И скотч. Скотч, скотч. Да. Давай, сейчас будем открывать. Так. Где наши ножницы? Волшебные ножницы! Вот они! Давай! Ты сама? Так а зачем тебе ножницы тогда? Угу. Их! Их! Ты сильная? Получается? О, да. Ничего себе! Молодец, молодец, да. Ну. Так, 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 так. Только не порежься, осторожно. Помоги. Щух. О, а кто это научил? Профессионально. Дядя. Дядя научил? Ну, молодец, молодец. Так, 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 так. Дядя продавец? Да. Ну тяни, давай, на себя. Тихо, там же не высыпается ничего. Так, что тут? Что тут у нас? Доктор Плюшева. Да. Да. Она лечит и игрушки. Снеговик. Да? Значит, здесь тоже скотч надо отлепить. Я. Сама-сама? Ну, давай, я буду тебе тоже помогать чуть-чуть. Хорошо? Здесь что у нас? Скотч. Везде скотч. Скотч. Так, здесь вот. Вот так. Так, мы все отлепили? Нет. Нет. Так, она же еще играет. Красивая косичка, да. Это, она же еще играет. Она музыкальная. Она песенки поет? А ну нажмите на центр, по центру. Да, сережки. Сережки. Так, ну нужно еще инструменты. Так, смотри, да. Дочка, смотри дальше. Она же доктор. Она доктор? Не, она здесь туфли. Да, да, снимается туфли. Зайди сюда, чтобы так в кадр попало. Да, вот так, в кадре, в кадре. Как она поет. Да. А тебе, дочка, смотри. Дочка, смотри, что мама разворачивает. Здесь, оказывается, есть. У нее есть сундучок. Она Лися. Да. Смотри. А я птички. Косички красивые. Угу. Вот туфли. Опа. И туфли тоже. А это что? Больничный лист. Значит, у нее есть. Больничный лист. И котик. Укол улетел. Укол. Так, садись. У нее есть сундучок. Сумочка, да? Доктора. Сумочка для доктора. Да. Значит так. Сумка открывается. Ух ты. Значит, мы сюда положим. Это что? Это проверять уши, наверное, да? Смотреть. Или нос? Серафинка. А? Уши или нос? Да, нос. Нос? А вот это что? Это? А это что? Это слушать надо, наверное. Фонендоскоп? Не так. Это фонендоскоп. Вот так он должен висеть, да? Да.
Так, а вот это что это такое? Ой, я укола боюсь. Это шприц, я боюсь это уколов. Это больно делать укол? Да. Да, ну. А ты откуда знаешь? Если делают уколы, значит это надо, правильно? Для того, чтобы вылечить, правильно? Или мышонка, или девочку, или мальчика. Девочка. Девочку. Это что? Это иной. Что-то у нас много таких лишних каких-то, да? Папа, это что? Это больничный лист, это записывать лист. Надо. Надо писать. Так. Это вот лекарство. Ой, и вот это лекарство. Так, а это что? Покажи, дай-ка это... посмотрю. Дай-ка. Ой, я фея. А, это да, это визитка магазина, где там еще. Это фея. Да, фея. Так, а ну, смотрим, что тут, мама. Так, значит, у нас есть лекарство. Это... Похоже на градусник тут. На градусник? Так, ну не градусник это. Что ну это бутылочка. Это, наверное, бутылочка тоже. Да. Малыша кормить, да? Да. Предназначено. Так, это что? Это уши проверять? Да? Нет. Глубоко-глубоко смотреть, да? Да. Так, а это что? Папа подсказывает, что это такое? Ну что, аптечка, наверное. Аптечка. Аптечка в аптечке будет? Да. Ну... А где Плюшева сама? Где она? Вот. Она, я думала, она уже ушла лечить кого-то. Давай мы ей повесим вот так сюда. Ой, слушай, какой у нее, какие красивые у нее сапожки, да? Не мальчик. Бриджи такие, да? Не футболочка. Не мальчик. О. Косички. Видишь, аккуратненькая. Наверное, поет? Да. По утрам нужно чистить зубки, умываться, да, чтобы блестели глазки, да, чтобы смеялся роток, чтобы кусался зубок, да, чтобы ничего-ничего не болело, да? Да. И после улицы нужно мыть обязательно руки, правильно? И перед едой, да? Вот она, наверное, это все нам пропела. Она еще и танцевать умеет. Вот это доктор, да? Так, а ну, да? Ну а теперь давай, дочка, покажи, какие лекарства, как надо, что лечить, показывай. Не-не, вот сундучок подожди, здесь. А давай мы кого-нибудь полечим. Давай. Да. Давай. Кого мы будем лечить? Кого? Микки Маус. Здрасте. Это я, мышка Микки Маус. Здравствуйте, ребята. Привет. Привет! Тетя доктор, здравствуй! Нет, я болит. У меня, что тебе болит? У меня болит животик. Да ты здесь. Ложится? Да. И что вы ты посмотрите мой животик, да? Да. Пощупаете? Да. Доктор, у меня не может быть аппендицита, не может быть, ребят. Аппендицита не может? Нет? Нет. У меня просто колики, да? Да. Доктор, у меня просто колики. Операция не нужна? Да. Доктор, вы где? Вы я где? Здесь. Ой, я испугалась, я думала, что вы ушли. Доктор, ну что, я лежу. Пощупайте мой животик. Так, да. Это здесь? Здесь. Так не больно тебе, да. Микки Маус? Нет, не, чуть-чуть, если только. А здесь? Ну, чуть-чуть. Так. Значит, наши выводы, что это колики. Нужно... Ну, откуда колики? Колоть надо. Да, я забыла. Я очень много выпила яблочного сока. Что надо, да? Что надо мне сделать? Чай и водичку можно. Чай и водичку мне можно, да? Доктор, ну сейчас надо что-то делать. У меня очень сильно болит живот. Может быть... Лечи. Надо, значит, сделать... Клизму надо сделать, это как, да? Это что? Какую клизму? Я побольше Бога. Дети смотрят. Нет. Клизму. И клизмочку? Нет. Может быть, витаминку? Укол? Да. А чего сразу укол? Может, таблеткой обойдемся? Да, активированный уголь. А может быть витаминку? А? Нет. Ну что сразу колоть этот шприцом? Больно шприцом? Ну, может, таблеточку какую-то? Доча.
Она берет анализ крови, да? Да. Нужно действительно посмотреть, да. Нету ли какой-нибудь инфекции? Да. Это не больно, доктор? Нет. Ой, хорошо. Мне не страшно. Пожалуйста, вот мой пальчик. Попу. Нет, попу не надо. Нет, вы что меня, доктор? Из пальчика кровь можно взять. Из пальчика давайте мне. Ой, мне щекотно. Не больно, не больно. Не больно, щекотно, щекотно. Она еще видит. Ну что там, анализы, когда будут? Сразу, да? Да. Так. Ну, витаминку дайте мне. На. Ой, мне полегчало, мне хорошо. Ребята, мне хорошо. Плюшева вылечила меня. Да. Пока! Пока! До свидания! Не до свидания! Да. Можно я вас расцелую, доктор? Три раза надо, три раза. Пока! Пока. Все. Пока, говори своим подписчикам, дочка. Говори и ставьте лайк. Да. Пока. Пока. И ставьте... Пока-пока. И ставьте лайк. Вот так надо, дочка. Пальчики кверху ставьте. А я Маша буду. Вот так. Ты-дин. Вот так. Ну, сделай вот так, дочка. Дочка, вот так сделай на камеру. Мама, я Маша буду. Снимай бусы. Снимай бусы. Все. До скорых встреч, наши друзья. Пока-пока. Пока-пока.